такое грипп? Грипп всегда начинается внезапно. С ознобом, повышением температуры до 38-40 градусов, мышечными болями, головными болями. Как защитить себя от гриппа? Всемирная организация здравоохранения изучает проблему гриппа и прогнозирует, какой грипп будет циркулировать на территории в этом году. В этом сезоне вакцина состоит из трех компонентов, защищает от гриппа H1N1, H3N2 и грипп B. Первые два вида гриппа, как правило, начинаются с декабря по апрель. В марте присоединяется грипп B. Таким образом, в эпидсезон вы можете заболеть гриппом дважды. Прививку против гриппа необходимо сделать в сезон с сентября по ноябрь месяц. Существует несколько вакцин: Гриппол Плюс, Сови Грипп, Ультрикс, Вакси Грипп, Инфлювак. Все вакцины зарегистрированы на территории Российской Федерации, эффективны, проводятся для населения бесплатно. Если вы не успели привиться, вам необходимо применять препараты, защитные против гриппа, весь эпидемический сезон. Если вы все-таки заболели гриппом, то нужно помнить, что грипп очень легко передается. Если человек не привит, он может на слизистых принести в коллектив инфекцию и однозначно заразить всех окружающих. Основное и самое неприятное осложнение после заболевания гриппа – это пневмония. К сожалению, некоторые случаи заканчиваются летально. Медики всего мира рекомендуют проводить вакцинацию против гриппа. Защитите себя и своих близких. Теперь не заболеем. Встретимся на экзамене.